пока большинство китайских малышей чаще всего играют со своими родителями. Но скоро у некоторых из них, возможно, появится брат или сестра, при условии, если хотя бы один из их родителей сам является единственным ребенком. Политика «Одна семья, один ребенок» проводится в КНР с 1979 года. Родителей, которые нарушали это правило, обычно наказывали, лишая их детского пособия или места в детском саду. Смягчение политики ограничения рождаемости является результатом 4-дневной правительственной конференции. Кроме того, на этой конференции было принято решение отказаться от исправительно-трудовых лагерей. Десятки тысяч заключенных оппозиционеров и инакомыслящих подвергаются в этих лагерях так называемому трудовому перевоспитанию. Таким образом, власти Китая дали понять, что намерены уделять правам человека в стране больше внимания. Когда правительство КНР собирается воплотить в жизнь принятые решения, объявлено не было.